Уважаемый грибник, приветствую тебя, уважаемый грибник. Как вы поняли, канал это посвящен грибникам, семейство лисичковое насчитывает 5 родов, включающих более 100 видов. В этом семействе несколько съедобных грибов, среди них несколько деликатесных, к которым относятся лисичка желтоватая, лисичка обыкновенная, ворон-ночник рожковидный. Но все представители лисичковых либо съедобные, либо условно съедобные грибы, грибы-лисички обычно имеют шляповидные плодовые тела со складчатым гименофором. Плодовые тела лисичек воронковидные или трубковидные, мясистопленчатые, ярко окрашенные, мякоть грибов плотная, упругая. В хвойных или лиственных лесах умеренного климата встречается лисичка желтая. Настоящая на почве или на лесной подстилке можно встретить лисички, относящиеся к микоризным и сапротрофным грибам, соседствующим с елью, дубом, сосной, буком. Данные предоставлены сугубо в ознакомительных целях.